Слушай, а вот магазин такой, Alten Touch называется. А я спросил, сколько стоит 1 грамм золота. $47. $47 стоит. Вот кольца. В общем, за грамм $47 платите и приобретаете, смотря на сколько грамм вы купите золота. Вот такие вот изделия есть. Ну, еще, конечно, попробуем они здесь. Но в основном цена $47 за 1 грамм. Вот. С брюликами есть, без брюликов есть. Знаю. Вот такие браслеты. Так, поехали дальше. Мы пойдем к тому зданию, пешеход. Проходим дорогу. Прогулка продолжается. Вот смотрите, там наверху футболки есть, да? Везде цена 5 и 10. А 5 это где-то $2 делает. Ну и 10 делает $4. Вот, полностью вверх и вниз, да? Вот так вот дешево. Так, до здания доходим уже. Осталось совсем чуть-чуть. Посмотреть, что там рядом. Конечно, есть здание и выше, но на данный момент здесь столько зданий, это оно. Алты чекты вышла, я буду, буду. Я работаю. Вот, вот. На волка похоже. Да, собака была похожа на волка. Так, движемся дальше. Вот это марка Mavi. Между прочим, очень хорошая марка. Я в Стамбуле покупал одежду там. Допустим, в данный момент на мне футболка этой марки, вот эта вот, с Mavi. Я уже ее 4 года ношу, она не рвется, не уходит цвет. Все так же, как новый. Покупал, так и осталось. Вот эта марка Mavi, не забудьте, ребята. Очень хорошая марка, немного дорого, но это стоит этого. Так, идем дальше. Вот
Так, вот братишка наш. Салам хотел дать. Но он не дал. Идем дальше. Идем дальше.